Друзья, всем привет! Поставил чайник, сейчас буду чай пить. Обычно я чай не пью, как бы. Ну, я редко пью сейчас уже. Я кофе я не пью, чай тоже, кофе вообще не пью, а чай так редко. А чай почему я хотел попить? Просто мне такой подгон сделали, шикарный. Вот некоторые мне донатят на стриме, донаты. Помогают мне собрать денежку на покупку земли. Кто-то мне сплит систему подогнал, ну, Миша, помните, да? Кто-то мне что-то там еще подогнал, в общем, частенько мне дарят что-то. Вот, и вот Владислав мне подарил тоже человек банку меда. Трехлитровая, по-моему, да? Трехлитровая банка меда хорошего, натурального. То есть это стопроцентного у проверенных людей там взял, который берет всегда. Вот это подгон. Вот это да, шикарный медик. Он засахарился уже, да, но это натуральный. Вот спасибо. Мне надолго хватит. Надолго буду смаковать ее. Шикардос. Это, по-моему, он сказал, там подсолнечник и разнотравие, в общем, какой-то, и подсолнечник. Вот. Я давно такой мед не ел. Вкусный. Вообще мед очень редко ем. Сейчас в последнее время, в связи с тем, что я отказался от сахара, вот, ну, от всякой химической продукции, сахара я не ем, а мед покупаю иногда, но покупаю, опять же, неизвестного происхождения, вот, а вот этот подгон вообще шикарный, он мне уже давал мед тоже, кое-какой там, ну, приносил там баночку, тоже нормальный был. Это уже вторая баночка у него. Так, заквасил я чай черный. Чай у меня, ну, шиповника нету. Я сел, только в морозильнике у меня шиповник. Вот, а чай вот такой. Ахмад Тиа, английский номер один. Ну, такой вот листовой, не в пакетиках, а такой вот у меня. Ну, сейчас настоится и будем пробу снимать. Друзья, решил еще записать ролик про мед. Я вот уже прилично так уже покушал. Так классно мне употреблять его, мне нравится. Ну, взамен сахара. Решил записать вам еще ролик такой, как я его кушаю. У меня как раз хлебушек есть. Ну, обычно я его там с чаем, можно в прикусочку бывает. В хлеб добавляю, на хлеб, вернее, добавляю. Ой, его тяжело из банки вышкребать, конечно. Вот у меня хлебушек, я такой ломоть отрезал с утреца. Похавать с медом, это вообще одно наслаждение. То есть я свой хлебушек цельнозерновой вот так вот намажу хлебушек. И буду есть хлеб с хлебом и с медом. Вот. Классно, вкусно. Необычный вкус. Вот сразу я хлеб сделал без изюма, но он как-то немножко пресный. А с медом то, что надо. И там бывает, чайком еще запиваю. Без сахара, конечно. Вот.
В общем, или не смотрите на моё, на мой внешний вид. Может быть, у меня тут рога стоят. Ну, я хочу волосы отрастить потыньше. Что-то не знаю. Обычно я короткую стрижку всегда ношу. Ну, попробую. И отпустить подлиннее, тогда уже стоять не будут. Это всего лишь переходной этап в моей жизни. В общем, такой вкусный хлеб с вкусным медом. Спасибо моему подписчику, моему работодателю. Он же является работодателем, потому что гараж жилой я ему делаю. И... В общем, спасибо большое. Очень к тему. Сладкий такой подгон. Шикарный. В общем, друзья, всем пока. Лайки, репосты. До следующих видосов.